Ресторан «Брудершафт» совместно с радиостанцией «Ретро-ФМ Саратов» провели розыгрыш. Чтобы стать участником акции, необходимо было на протяжении нескольких недель клеить стикеры на машину на парковках в торговых центрах Саратова. В финальной части лотереи многие счастливчики получили призы. Главным стал сертификат на полет на параплане. По словам победителей розыгрыша, выигранные подарки стали приятным сюрпризом для участников лотереи. Неожиданно было, конечно. Я первый раз, как-то получил. Обычно не ведет, а сегодня прям день ведущий. Прошел совместный розыгрыш радиостанции «Ретро-ФМ Саратов» и пивного бара «Брудершафт» в Энгельсе. Розыгрыш назывался «И поесть, и полетать». Все участники остались с подарками, с хорошим настроением. В ближайшее время радиослушатели «Ретро-ФМ Саратов» ожидает множество розыгрышей, сюрпризов и подарков. Обязательно слушайте FM 104.3. Организаторы обещают и дальше радовать саратовцев приятными розыгрышами, а также приглашают в гости. В баре «Брудершафт» при заказе банкета или праздника посетители ждут ценные подарки и дисконты.